конкурсе принимали участие все колонии Пермского края. Осужденные импровизировали и создавали фигуры из подручного материала – воды, снега и красок. Как итог, Снегурочки и Деды Морозы – герои сказок, персонажи мультфильмов, снежные замки, города и крепости. Не забыли и про символ года – бычка. А главной темой стал космос. Администрация дает нам общую тему. В этом году тема была посвящена Дню космонавтики Юрию Гагарину. В рамках этой темы мы придумали композицию. В этом году я понял, что самое важное – это создание как можно красочной фигуры, что в итоге помогло им победить. Зодчие Соликамской исправительной колонии номер один стали вторыми. Первое место у ИК-32 из Перми. Третье у Нырбской колонии номер 4. В этом году победителей определяло не только жюри, но и интернет-голосование подписчиков в социальной сети ГУФСИН ВКонтакте. Как отмечает руководство исправительных учреждений, подобные конкурсы способствуют повышению культурного уровня осужденных, их творческого потенциала, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.